Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы продолжаем играть в игру Starbound. Играем мы за обычного парня по имени Антон. Вот, в прошлой серии мы с вами научились кататься колобком по узким местам. Вот. А сегодня мы с вами продолжим спускаться вниз по в пещере, точнее. Вот таким вот образом я обычно спускаюсь. Вот, это на самом деле не очень хороший способ, чтобы спуститься. Вот, смотрите, здесь нас, видимо, не было. Поэтому будем сейчас с вами наверное ставить всякие блоки, чтобы не повторять ошибок прошлого. Вот. И не падать в лаву, если она там есть. Так, туда мы на самом деле можем спуститься благодаря вот этим вот ребятам, которые нас немножко осветили. Точнее, они не нас осветили, они подсветили место, куда бы мы упали. О! Чё это? Фигня какая-то. Слушайте, мне становится немного страшно. Я потому что вообще не знаю, куда мы пришли. Что вообще это за фигня такая? Кто-то там внизу уже бегает. Куча костей, туго сцепленных вместе. Отвратительный зловонный блок, слепленный из какой-то... Фу. О, слушайте, это мы... Это типа какое-то дерево такое было. Серьезно? Кровавая кокетка, блок плоти. Волокна плоти. Фу. Куда я вообще пришел? Ой-ой-ой, вот он атакует, ребята. Офигеть! До меня только сейчас дошло. Видали, да? Вот эта вот фигня, она пополам, короче, ломается. Разрубается. И вот этими двумя частями нападает. Так, ну-ка. Волокна плоти. Слушайте, какую гадость я нашел, а? Вообще, фу. Видите? Так. Да выбери ты меч. О. Окей, нам нужно туда спуститься.
Ну-ка, инвентарь. Да, смотрите, все пропало. Так, ну-ка. Хорошо. Точнее, тут ничего хорошего нет. Мне просто тут запинали толпой. И я помню, что я что я тут недалеко уходил, по крайней мере, в прошлой серии. Сейчас я попробую. О, слушай, ты. На тебе. Кошмар. Какие тут страшные существа начали появляться. Мало того, что они выглядят стрёмно. Да, вот сюда мы с вами приходили. Вот, мало того, что они выглядят стрёмно, так они еще аж реально какие-то, ну вообще фу. Так, вот сюда мы. Кошмар. Ладно, хорошо. Видимо, я очень люблю тут умирать. Поэтому давайте посмотрим, что у нас тут есть. Еды вообще никакой, ладно. Точнее, не ладно, а, да, хотел спросить. Я тут просто немножко растерялся. Я не думал, что прям вот в самом начале серии у нас будет такая проблема. Короче, ладно. Придется нам опять набирать еду. Вот. Опять нам нужно где-то находить растительные волокна для того, чтобы аптечки делать. Вот. Сделаем запасы и отправимся искать вещи, если они, конечно, не пропали. Я даже не помню, точнее, не знаю, сохранились ли те вещи, которые я потерял в одной из серий, да, прошлых, которые упали в лаву вместе со мной. Может быть, они там до сих пор лежат. Кто знает. Вот. Ладно, давайте грязь. Вот это вот я верну обратно. Так, окей. Еда нужна. Еда нужна. Еда где-то у меня тут еще лежит. Вот она.
Так, хорошо. Попкорн у нас, считайте, есть. Я вот не помню, вот она, лейка. Лейка — это здорово. Лейкой можно все полить, чтобы оно все росло. Слушайте, да, тут реально какие-то сложности пошли. Хотя я не думаю, что тут исследовать пещеры прям вот очень сложно. Просто надо быть осторожнее. Надо быть осторожнее, вот и все. Так, все, что могли полить, мы полили. Давайте я лейку оставлю здесь. Это что такое? Мотыга. Мотыга пускай тоже тут будет. Веревку я оставлю здесь. Пока что пускай это тоже здесь валяется. Так, хорошо. Также мне неплохо было бы подобрать какой-нибудь... Так, а зря я на самом деле лейку оставил тут. Мне на самом деле нужен еще уголь. Потому что без угля я не смогу сделать... Не смогу сделать факела. Хотя можно попробовать. Да? Где-то, возможно, у меня этот уголь и лежит. Твердый панцирь. Кирпич. Это все не то, конечно же. Так, растительное волокно, хорошо. А, здесь угля нет. Я припоминаю, как он выглядит, конечно, этот уголь. Твердый панцирь. Серебряная руда. Пока что все не то. Да, слушайте, ну вот это вот место, оно какое-то, не знаю, адское какое-то. Вот он, уголь. Отлично. О, и растительное волокно тут. А, хорошо, теперь можем войти вот сюда. Мазь. Сколько? Одну мазь только сможем сделать. Так, там вот ребята уже прыгают вовсю. Так, волокно растительное складываем. Бежим скорее брать бревна. Так, это мы складываем. Так, теперь крафт. Факелы. Так, 4 факела. Давайте еще, да, действительно, вот так вот сделаем, чтобы факелов у нас было очень много. Я просто не знаю, куда еще этот уголь девать. Вот, бревен у нас еще останется нормально. Вроде все. Кстати, флаг человечества мы можем сделать. Вроде всех ресурсов у нас хватает. И пока мы далеко не отошли, делаем попкорн. Делаем попкорн, кушаем его. Так, попкорн мы... Так, мазь заменяем попкорном.
Все, мы наелись, это здорово. Так, сейчас я просто тупо буду так, это у нас семена моркови, это замечательно. Хорошо. Так. Волокно достал, пускай тут лежит. Смотрите, технология. Активная. Так, я немножко теряюсь, конечно. Где у нас... Это мы складываем обратно. Так, хорошо, пока делаем еще одну попытку спуститься вниз. А что ж такое? Надо реально быть осторожнее. Почему-то я вообще не то чтобы не могу быть осторожным, я просто тупо не хочу. Мне реально хочется поскорее. Просто тупо хочется поскорее спуститься вниз. Так, прогрузки некоторые есть. Так, хорошо. Уворачиваться, наверное, я, считайте, научился. Так, вот. Так, и где-то здесь были мои вещи, да? Так, по-моему... Да, отлично. Что-то уже собрал. Ну-ка, мазь тут должна быть. Да, вот она мазь, хотя бы одна появилась. Так, ладно, не буду ни на кого отвлекаться там. Ледяной экстракт. Вот. Я уже близок к тому месту, где меня запинали вот эти вот ребята. Я не знаю, кто это такие. А, ура! Я нашел все вещи мои. Хоть что-то хорошее. Модуль манипулятора. Анатомическая маска апексов. Друзья, слушайте, класс. Сочно сливки.
Да, и смотрите, все хорошо. О, смотрите, и золото тут вот оно. Ну-ка. Ай-яй-яй, только не туда. Нет, вниз я не хочу. Да, ребята, я не знаю, как вам, но мне вот эта вот локация на самом деле как-то вообще не нравится. Я, конечно, тут пособираю всякое вот это вот ради интереса, но представьте, фу, это мясо, плоть. Я даже не хочу представлять, как там может пахнуть. Наверное, очень-очень плохо. Ладно, вот как раз золото можно взять. Блок плоти. Оставлю-ка я вот эти вот блоки плоти. Вот где-нибудь вот здесь, вот, типа. Вот так. Так, меня обнаружили. Ну, на самом деле, если они по одной штуке нападают, да, то это ничего страшного. Вот, но если там они толпой нападают, то это уже, считайте, все. Это их, считайте, потом в два раза больше будет, потому что они напополам делятся. Так, тихо. Так, вон там еще одна застряла, пускай там и сидит на самом деле. Отвратительный зловонный блок, слепленный из какой-то плоти. Все-таки она воняет. Это плоть. Так, самое интересное это то, как я смогу попасть обратно к себе из этой отвратительной локации, на самом деле. Вниз я не хочу прыгать, потому что мне страшно прыгать туда вниз. Ну-ка. Типа длинные жилистые волокна из плоти. Ой, тут, кстати, надо, блин, все это есть. Так, это что такое, семена? Сочная сливка получила свое название из-за характерного вкуса сердцевины. Слушайте, какая гадость, надо выбираться отсюда. Ой-ой-ой,
Слушай, это хорошо, что ты сюда... Это хорошо, что ты сюда это... спустилась. Гадость такая. Теперь я же могу нормально туда запрыгнуть. Опа, здрасте. Черт, не долет. Эть. Так. А, хорошо, главное, что я... здесь собрал свои вещи. Эта гадость еще ломается, слушайте. Видите, мечом. Ах, ты еще и прыгаешь. Фуф, ладно, сейчас... Ладно. Так, мы тут, да, хорошо, были тут. Так, мазь. Используем. Ай-яй. Короче, ладно. Валим отсюда. Фу. Я надеюсь, что... вы не испытываете такие мерзкие эмоции, ощущения, как я. Вот. Потому что это реально какая-то вообще... реально какая-то вообще жесть была. Это... тихо. Там, конечно, вверх можно пройти, но ладно. Так, тут ничего нет. Так, там что-то много кого поналетало. О, вот бекон. Бекон — это хорошо. Конечно, бекон тоже можно посчитать плотью, типа. Но лучше бекон, чем то место, где мы были. Так, поэтому мы сейчас возвращаемся и, ну, на базу, на свою. Да. Хотел сказать, что может быть и нет, когда увидел локацию, о, проход. Но, заметив там тупик, я все-таки решил, что все-таки лучше вернуться назад. Так, хочу прорубить себе здесь, так сказать, окно. Конечно, не в Европу, но к углю это точно.
Вот. Уголь нужен. Без угля я не смогу делать факелы. А факелы это очень, очень хорошо. Ай-яй. Так, где там у нас лед? Закрываем тут все это дело. Но, кстати, лишние блоки нам тут вообще так-то не помешают. Так, КТ, здравствуй. Ладно, не будем ждать кочку. А, она сама нас догнала. А что ж такое-то? Вот это на самом деле немножко геморройно, когда тупо не можешь же запрыгнуть из-за не то чтобы текстуры, а из-за того, что просто головой бьешься. Какую-нибудь стену. Так, в атаку. Кстати, тут мы едим. КТ. Есть. Победа над котом. Конечно, там тоже что-то есть такое, но ладно, не буду туда залазить. Ой-ой-ой, рывок вперед. Ненужный был. Так, а что если я сюда пойду? Так, тут тупик, понятно. Понятно, тут тупик. Опа. Так, надо вспомнить, тут что у нас тут? А, это... Нет, это мы не отсюда спустились. Ладно, идем обратно. О, ступеньки наши. Наши родные ступеньки и небольшие тормоза. Да что ты запрыгнуть-то не можешь никак, а? Хорошо, отлично. Получается у нас. О, вот этот. Как называется? Эксбиционист наш. Потому что мы сейчас его победим. И он как раскроется. Свой панцирь, скорлупу свою, да? И оттуда, как вы видели, выскакивали трое. Отлично. Я на самом деле очень рад, что мы смогли вернуть свои вещи. Жареная морковь, сколько? Одна штука, ладно. Жареный стейк, две штуки, я помню. Хорошо, отлично. Так, давайте. Вот что-то одно испортилось уже. Стейк.
съедим суп и стейк. Так, вот это вот все мы складываем обратно. Точнее, в ящики. Пускай лучше оно тут хранится. Конечно, я возьму какие-нибудь вот такие вот блоки, которые как бы не жалко потратить, если что. Эти блоки я беру для того, чтобы делать всякие там ступеньки себе. Так, всякие панцири, кожи. Волокна одни, волокна другие. Вот это вот образец яда. Уголь 17 штук пригодится. Золото. Вообще все-все складываю. Тихо. Все, хорошо. Окей. Так, окей. Смотрим, проверяем. Вот это вот, слушайте. Анатомическая рубашка. Класс. Да, я только сейчас решил зайти в инвентарь. Рецепт изучен. Флэш-тейбл. Ну-ка. Ладно, окей. Это, короче, вещи, которые я подобрал в самом том неприятном месте. Так, окей. Все у меня есть. И сейчас мы с вами пойдем добывать. Хотя давайте тут попробуем. Я сейчас пробую дойти до того места, где я упал в лаву. Если вы помните этот момент. Так, это я вышел из горы, хотя на самом деле мне этого делать не надо. Вот, вниз пойдем. Ага, тут тупик, но зато мы видим, что внизу светились факелы, и мы пойдем туда, значит. О, как раз подберу сейчас мое любимое волокно.
Тихо. Хочу запрыгнуть на ступеньку, но не получается. Бывает. Ух, сейчас наберу волокон. Видите? Так, вот здесь вот, не помню, была вода или нет. Так, вот здесь вот, я считаю, надо немножко пробить себе дорогу. Скорее всего, тут опять будет какой-нибудь тупик, но, по крайней мере, я буду знать, что здесь творится, да. Как я и предполагал, тут тупик, но не зря мы в этот тупик пришли. Конечно, я понимаю, что тут может быть, ну, точнее, можно сделать какую-нибудь аптечку покруче, чем обычная мазь. Но вот почему-то я на этой мази пока застрял. Ну, не застрял, остановился. Вот. Тихо. Так, похоже, новый проход куда-то, да? А? О! А, да, я тут был. Я тут был, короче. Так, а внизу? Да, внизу у нас прохода нет. Ладно. А как же я, блин, проходил? Так, давайте мазь сделаю и спрыгну. Ладно, хорошо, я попробую тут пока поискать этот проход. Да, ведь я же как-то спускался к этой лаве. Так. Вот здесь, походу, мне нужно будет делать какие-нибудь ступени вверх. Потому что как-то надо будет отсюда выбираться. Так. Тихо. Вот тут вообще осторожно надо. Уже.
Так, я тут, кажется, был. Так, туда я не ходил и ходить не хочу, потому что я предполагаю, что там будет... Там будут эти самые... Да, вот эти вот... Блин, я опять сюда спустился. Слушайте, а может быть, отсюда мне как раз и получится... спуститься еще глубже. Ой-ой-ой. Сейчас бы... Да, слушайте, вот эти вот ребята, они какие-то реально бесячие. Так, вот там внизу еще. Ну я же вниз спускался как-то по-другому. Ой-ой-ой. Ладно, хорошо, раз я сюда упал. Так, вот здесь вот уже надо осторожнее. И давайте-ка я попробую здесь уже делать вот такие вот ступенечки, как я это люблю делать. А, лава, смотрите. Погасло. Смотрите, внизу уже как бы... О, я лаву подобрал, смотрите. Это классно. Так, берем еды. Ищем желтую еду, чтобы она там у нас просто так не заканчивалось. Опа. Ну-ка. Веревку нашел. Окей. Вот так ступенечки сделали себе, чтобы нормально возвращаться назад. Вот это вот я не совсем понимаю. То, что я сломал только что. Там какие-то черепки были нарисованы. Видимо, это что-то смертельное такое. Я полагаю. Так, смотрите, внизу уже красное свечение есть. Скорее всего, я уже... Туда дошел вниз.
Вот, и давайте, знаете, что я сделаю? На этом я данную серию закончу. Вот. И продолжу спускаться вниз уже в следующей серии. Пускай это будет первая часть спуска вниз. Я как-нибудь назову эту серию там спуск куда-нибудь, там часть первая, да? И следующая серия будет второй частью. Вот, потому что цель у меня спуститься вниз, и пускай она будет из двух частей состоять. Ну или как получится, может быть, будет больше двух частей, не знаю, посмотрим. Собственно, вот, это была игра Starbound, это был Антон. Играл за Антона однорукий Борис. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось, вступайте в группу, ссылка на нее в описании, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока.